Установили зеркала на Nexio. Все ровно. Сначала подумал, что будет низко. На самом деле нормально. Стоят ровно по панели, то есть по вот этой уровне. Ничего не низко. Сейчас будем подключать поворотником. Приготовил такой вот провод. Подключать будем провод, выводить отсюда через обшивку. Отсюда и получается под бардачок. Сейчас покажу, куда будем соединять. Для этого нужно снять эту пластмассовую вещь. Здесь заклепка стоит, и здесь заклепка. Я уже ее вытянул отверткой. Тягиваем пластмасску. Здесь мозги. Убираем коврик. И вот здесь наши поворотники, повторители. Будем соединять сюда к штекеру. Зеленый, черный провод. Теперь тонкой отверткой отсоединяем эти провода от шоколадки. Просовываем вот сюда, тянем, и они должны выйти. Один вышел. Когда вытащили их, подсоединяем эти провода сюда. Голубой к зеленому, коричневый к черному. Когда соединили, изолируем. Эта пластмасска уже не нужна, потому что в нее провода лезут. Теперь соединяем. Черный это был здесь зеленый. Зеленый это здесь был черный. Когда соединили все, пропускаем провод под бардачком. Сюда, и он должен выйти вот здесь. Снимаем эту заглушку, чтобы было проще вывести провод. Вот он вышел. Одеваем сюда и пропускаем уже в дверь. Когда протянули провод, нужно снять обшивку, чтобы вывести провод отсюда. Обшивка снимается. Раз болт, здесь второй, здесь третий, крестовые болты. Откручиваем ручку, тоже крестовый болт. Снимаем рамку. И снимаем ручку. Вторую сторону делаем аналогично. Снимаем эту пластмасску. Отодвигаем коврик. И вот где находится штекер поворотник. Точно так же отсоединяем. Снимаем пластмасску. Соединяем провода. Пропускаем отсюда. Если получится, можно обшивку не снимать. То есть отсюда просунуть провод. И попытайтесь его поднять вверх и соедините. Тогда обшивку не надо будет снимать. Так, когда сняли обшивку, просунули провод, отрезаем лишнее. И не забудьте пройтись отверткой вот по этим болтикам. Они все ослабленные могут быть. Так, когда мы их подключили, я пока приделал так. Осталось поставить только уголки. Проверка. Все работает.